В разрешите приветствовать вас на мероприятии, которое посвящено международному женскому празднику. Только поблагодарить вас за то, что вы пришли. И мы хотели бы также вспомнить наших сестер и старших и младших сестер, которые живут в Европе, которые приехали из наших земель и здесь живут, и они очень часто работают в тяжелых условиях. Мужчин посольства в Вене. А доволен бы си вас вызвать, abyste, když budete odcházet po určitě krásném koncertu, přijeli ode mě maličký dárek tady ve formě toho posla jara žlutého narcisu. Zamíčátelnoj českoj písatelnice i pajetěse Karolinoj Světloj. Založili americký klub dám. A stavali amerikánský klub dám. Я от имени Института Ombudsmana Кыргызской Республики. А именем, я буду к вам, именем Института Ombudsmana. Поздравляем всех с сегодняшним Международным днем женщин. Мы должны гордиться нашими ребятами. Sen esrini taş yerlerle alayım.